Привет! Сегодня буду готовить лепешку на молоке с сыром. До этого я делилась уже рецептом лепешек, но они были на кефире с творогом. Ссылка в правом верхнем углу. Итак, приступим. 1 стакан молока и 1 яйцо взбиваем венчиком. Добавляем пол чайной ложки соли, пол чайной ложки разрыхлителя и 3 столовые ложки растительного масла. Все перемешиваем. Затем начинаем добавлять потихонечку 1 стакан муки. И все это перемешиваем, чтобы не образовывались комочки. Далее добавляем 1 стакан тертого твердого сыра. Пол пучка зеленого лука. И все это перемешиваем. Готовую смесь вливаем на разогретую смазанную маслом сковороду, накрываем крышкой и готовим на медленном огне по 5-6 минут с каждой стороны, пока не зарумянутся. Наша лепешка готова. Укладываем на тарелку, разрезаем на желаемые дольки и наслаждаемся вкусом. Приятного аппетита! Если вам понравилось это видео, лайкайте и подписывайтесь на канал. До новых встреч!